Всем привет! Мы находимся на улице Заречной в Первомайском районе. Улица сформировалась благодаря строительству микрорайона «Весенний». Если вы хотите жить подальше от городской суеты, то, возможно, Заречная будет для вас идеальным вариантом. Она находится в одном из самых живописных районов города, недалеко от речки Иня, прямо за которой раскинулся сосновый бор. На Заречной много чудесных мест для прогулок. Можно устраивать пикники, ходить за грибами, кататься на велосипеде. Одним словом, наслаждаться тишиной и практически загородной жизнью. На протяжении всей улицы Заречной хорошо развита инфраструктура. Рядом детский сад, школа, магазины, аптеки, медицинские центры, салоны красоты, спортивные секции, детская футбольная школа. Зимой в микрорайоне работает горнолыжный комплекс «Иня». Это отличное место для активного отдыха. На улице Заречной очень удобная транспортная развязка, что позволяет легко доехать до центра города или до ближайшей станции метро «Речной вокзал». Туда можно добраться на автобусе, маршрутном такси или на электричке, минуя все городские пробки. Рядом с улицей Заречной находится железнодорожная станция «Разъезд Иня». Дорога до центра займет около 20 минут. На улице Заречная можно приобрести квартиру как на вторичном рынке, так и в новом доме. Например, в современном жилом комплексе «Весенний», который расположен вдали от городского шума, но при этом совсем недалеко от центра города, сразу на въезде в Первомайский район. Тут благоустроенные дворы для детей и занятий спортом. Если вы предпочитаете индивидуальное жилье, то недалеко от улицы Заречной можно купить земельный участок под строительство дома или приобрести готовую дачу в одном из садоводческих обществ. Улица Заречная отлично подходит для семей с детьми. Если вы хотите приобрести квартиру на этой улице, обращайтесь в агентство недвижимости «Жилфонд». Специалисты подберут вам квартиру в новостройке или на вторичном рынке. На этом пока все. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Впереди еще много выпусков про улицы и районы Новосибирска. До новых встреч!